Привет всем, мы с женой съездили, посмотрели новый фильм «Звезда родилась» в главных ролях Брэдли Купер и Леди Гага. Короче, мне не понравилось, я иногда говорю, там, один раз посмотреть можно, но на самом деле нет. Вот даже сейчас, в течение одного раза, было пару раз скучновато. Брэдли Купер играет нормально. Леди Гага поет хорошо, фигура красивая, а вот как актриса, вот я ее не разглядел как актрису. Ну, рожа такая запоминающаяся, армянская, еврейская какая-то. Нос большой, симпатичный. Короче, что-то я-то хотел, чтобы как добиться успеха, как стать молодым перспективным звездой шоу-бизнеса, а там все так хреново закончилось. Ну, короче, главный герой в конце повесился. Да, приятного просмотра. Подписывайтесь на этот канал, хорошего вам настроения. Присылайте деньги на развитие канала на номер Киви кошелька +7 925 834 13 27. И отличного настроения. Пока.